ось такий він початок цієї частини нашого ранку, тому що у нас у гостях спеціальна, я б навіть сказав, ексклюзивна людина, а хто саме, зараз дізнаєтеся. Олексій Шкоропадський. Сценічне ім'я – Алекс Кловер. Волинщик київського гурту «Фрам», гомельських «Фоксхарт» та «Рейвен Кілд». Народився у Луганську, зараз живе у Гомелі. Музикант, якого можна побачити на вулицях багатьох міст Білорусі та України. Він грає старовинну музику, у тому числі кельтську. Пропонує подорож у часі від бардів Ірландії до «The Beatles» та «Рамштайн». Доброго ранку вам. Дуже раді вас бачити в нашій студії. Дуже незвично і вперше, я так думаю, тут заграла волинка. Розкажіть, що це за інструменти, звідки вони? Доброе утро. Ці інструменти так чи інакше зв'язані з світовою культурою взагалі. Самая популярная волынка в мире, самая популярная разновидность, это, конечно же, волынка шотландская. Это просто как бы один из символов страны Шотландии. Но Шотландия это далеко не единственная страна, где волынка получила свое развитие. Практически во всех старинных мировых культурах присутствовали инструменты, так или иначе близкие к волынке, либо являющиеся ее прямыми разновидностями. То есть это волынка шотландская, это скандинавская волынка, известная также как сакпипа. Это волынка, распространенная в Испании, галисийская волынка. Это средневековые волынки корнемузы в Центральной Европе. И, конечно же, в Беларуси это белорусская, литвинская дуда. И в Украине это гуцульская дуда, распространенная до сих пор в Карпатах. Есть люди, которые на ней играют. Это просто потрясающе, вы бы слышали. Чому волынка взагалі? Чому ви захопилися грою тут? Я всегда очень интересовался рок-музыкой, и волынка вот была таким ключом к этой громкой музыке, где вот динамика, где сила звука являются одним из выразительных средств. Это меня очень подкупило. И я примерно в конце 90-х годов, в начале 2000-х решил, что я буду играть на волынке, но, конечно же, начал играть значительно позже. В 2000-х годах інтернети були не розвиті в початку, і отримати достовірну інформацію. Тобто ви грали з інтернету, вчилися, чи як? Коли я отримав волинку, я вчився грати, слухаючи інших людей, які грали в різних музикальних ансамблях. Тобто на слух вчився, так? Так, в некоторому роді на слух. Ну, а ж спеціальна музична освіта для цього потрібна? И да, и нет. Конечно, музыкальное образование очень сильно помогает в освоении таких инструментов, потому что освоение волынки, освоение какой-нибудь сопелки происходит параллельно с освоением музыкальной теории целиком. То есть ты чем больше понимаешь музыку, тем лучше играешь, чем лучше играешь, тем больше понимаешь музыку. Если ты уже образованный музыкант, то этап обучения музыке непосредственно для тебя уже пройден, тебе нужно просто обучиться играть на инструменте. Но присутствует нравственный момент, потому что сообщество волынщиков в Восточной Европе еще только формируется и состоит как бы из людей очень разных с точки зрения профессиональной этики. И когда человек ходит в этот дивный мир амбиций, как профессиональных, так и непрофессиональных, этот поток страстей, если он уже является хорошим музыкантом с работы, он может подумать: о боже, зачем мне это надо? У меня, я уже играю там на пианине или на гитаре, вот быть в этом всем мне просто не надо и незачем. Я давно начал, чтобы там музыканты так красиво описывали свои... Так. Саме питання до чого? Потому что музыка – это прежде всего страсть. О, я запам'ятаю це. Це шотландське, я не правильно розумію? Так, це волынка шотландська, а це волынка галисійська. Галисія – це область в Іспанії, де розпространена гра на волынки, але зараз вона настроєна, ця волынка не в галисійському, так сказати, строї. Я на ній виконую саму різну музику. Це просто в мене зараз мозок лусне від інформації. Очень-очень много. Я начну издалека, опять же говорю. Первое, что вы должны понимать, что волынка – это широчайшее семейство инструментов, где шотландская волынка является как бы просто самым популярным братом, но далеко не единственным. А это волынка галисийская, но я сыграю вам не галисийскую мелодию, например, а мелодию родом из Британии. Британь – это область во Франции, там живут этнические кельты, и они играют на своих британских, бретонских волынках свои бретонские мелодии.
Ось примірно такого типу. Я бачу, що ви навіть іншу мелодію заграли на ньому. Ну, вона схожа, для мене взагалі, як музична... Ні, кожна мелодія, вона окрема, вона індивідуальна, не може бути схожих мелодій навіть. Так, але от я хочу запитати, у сучасному світі, чи, знаєте, здебільшого багато артистів, вони починають грати кавери та щось для того, щоб бути у мейнстрімі. Ви сповідуєте історичну релікію музичну? От ви знаєте, я чоловік дуже широких взглядів на этот вопрос. Я играю и историческую музыку, и собственную сочиненную музыку, и в том числе и каверы на популярные мелодии. И я считаю, что для любого музыканта осваивать популярную музыку это в том числе полезно. Во-первых, это расширяет его собственный кругозор и музыкальное мышление. Во-вторых, это становится своеобразным мостиком между ним и аудиторией. Когда музыкант выходит в круг людей и начинает играть что-то, то это он музыкант, это он понимает, как работает эта музыка. А для большинства людей, которые не являются музыкантами, работает только критерий, нравится или не нравится. Но и в этом плане они даже не уверены. То есть человеку нравится мелодия, но он смотрит на окружающих. А может быть со мной что-то не то, может это не должно мне нравиться. И все смотрят друг на друга. А когда мы начинаем вводить это все через какие-то знакомые мелодии, человек слышит там знакомую мелодию, она похожа на то, как он это представляет себе, это соответствует его представлению, он думает, то вот эта мелодия звучит вот так, как надо. Наверное, остальные мелодии тоже звучат так, как надо, хотя я их и не знаю. Я их вот сейчас выучу, запомню, а потом буду тоже знать, что они тоже звучат так, как надо. Поэтому я считаю, что коннекция старинной музыки с современной музыкой, она даже вот необходима, потому что вся эта старинная музыка когда-то тоже была современной музыкой для своих современников. Поэтому... А щось ми можемо заграти на них, от щось більш сучасне? У мене є, я пропоную, знаєте, цікаво зробити? Просто, як звучить. Ви робите декілька вдохів, як так кажуть, видихів. І ми повинні зрозуміти, знаємо ми цю пісню чи ні? Угу. Можемо такий експеримент зробити? Я от думаю, що без якогось записаного сопровождення буде не дуже похоже, тому що сама Волынка звучить дуже специфічно. Навіть якщо ви знаєте цю мелодію, ви можете... Ми не впізнаємо, так? Але можна спробувати. Давайте сейчас просто... я перестрою Волынку. А ви поки прилаштовуєте, скажіть... А вони там щось закриваєте, щось відкриваєте, там щось підкручуєте. Так. Да. Волынка подвержена тому, что ее можно настраивать не слишком глобально, но в пределах определенного небольшого диапазона ее можно настраивать, перестраивать. Это очень расширяет ее возможности. Одну минуту. Сверимся со слухом. О, пошла. Так. Насправді. Я допустив там уже пару ошибок, потому что волновался. Ну, просто сам специфический характер звучания, не свойственный для современной музыки, делает даже правильно сыгранную по нотам мелодию не вполне узнаваемой. Но эта узнаваемость приходит, когда появляется гармония, аккомпанемент, ритм. От ваша група грає на концертах не тільки в Києві, я так зрозуміла, по всій Україні і не тільки. Як люди сприймають звучання Волынки разом з іншими інструментами? В основному дуже-дуже позитивно. Но я не скажу, что Волынка в группе это какая-то такая козырная карта, которая работает постоянно. То есть для части людей Волынка это создает вау-эффект, либо вызывает какой-то интерес. А для части людей Волынка вызывает, ну, в контексте эстрадной музыки, вызывает ощущение, что ну, а зачем она здесь нужна. Я себе это представлял не так. Поэтому все идет 50 на 50. Бывает так, ты выходишь с группой, с Волынкой, и люди человек слушает и говорит,
ну вот это вот вы все играете, это как-то так обычно, так похоже на ту музыку, которую так могу послушать из радио. Вот если бы просто была волынка, то я бы вот ощутил бы всю магию тысячелетий. И иногда такое бывает. Но в целом, как правило, когда ты играешь музыку, похожую на современную эстрадную музыку, люди готовы слушать ее часами. Когда ты играешь какую-то музыку более близкую к аутентике, люди готовы слушать ее секунд 20. Потом обычно теряют интерес. За очень редким исключением, но обычно теряют. Я часто играю на улице, и я знаком с этим эффектом. Ко мне стоит человек, он слушает 5, 10, 15 минут, что я там играю, ну, записанным аккомпанементом, записанным ритмом, мелодию на волынке. Говорит, а выключите аккомпанемент. Я говорю, можно запросто. Я выключаю, он говорит, да, волшебно. И через 30 секунд уходит. То есть он вот он 15-20 минут готов слушать это все с аккомпанементом, но без аккомпанемента он все понимает очень быстро. От я якраз хотіла запитати, ви граєте разом з групою Фрам, ви граєте окремо сольно. Навіщо вам ще на вулиці виступати? У вас є концерти, є приміщення затишні? Да, є концерти, но это все это особый жанр. Есть разные способы работы с аудиторией. На улице, на сцене, на большом опен-эйр-фестивале, в маленьком клубе. Это все грани одного большого алмаза музыкантской деятельности. И каждую из этих граней я очень ценю. И я рад, что у меня есть сейчас возможность выступать на улице беспроблемно относительно, без конфликтов с властями. Конечно. А вот когда-нибудь я стану старый, совсем толстый, известный, неприлично богатый, и буду играть только там в больших залах. Так что пока играю на улице, цените это. Це дійсно, це відкрите, знаєте, мистецтво для всіх. А наскільки у нас майстрів в Україні загалом багато хто може грати на волинці? Я думаю, что в Украине практикующих волынщиков можно собрать... Ну, опять же, у нас в Украине. Я уже долгое время живу в Гомеле, и частью какой-то украинской инфраструктуры являюсь очень мало. Думаю, что вообще в Украине существует где-то 5-6, порядка десятка людей, играющих на волынке в той или иной профессиональной мере, которые могут выступать с коллективами, могут делать студийные записи профессионального уровня. А от коли ви виступаєте окремо, ви виступаєте у національному одязі Шотландії? Очень по-разному. Очень часто национальная шотландская одежда, она вот хорошо соответствует концепции мероприятий, выступлений и соответствует ожиданиям публики. И я иду навстречу людям. Но в целом я люблю больше такие средневековые, сказочные, фэнтезийные образы. Все-таки для меня как-то вот эстетика «Властелина колец», там «Бесконечная история», она... Вы выглядаете как раз. Да, она ближе для меня, чем эстетика какой-то исторической кельтской музыки. Но кельтская историческая музыка, она всегда служила вдохновением для создания такого фэнтези, поэтому они неразрывно связаны. То есть вы выступаете, выступаете в костюме специальному якомусь, так? Да. И сами створите, чи хтось створює вам все це? Очень по-разному. Каждая концепция рождается под настроение и реализовывается по-разному. У меня есть абсолютно аутентичный реконструкторский костюм горожанина 15 века французского. Для меня его сконструировала моя супруга. Вот. У меня есть фэнтезийный костюм, неопределенно фэнтезийный, из мира «Властелина колец» или «Ведьмака», если хотите. Он создан из элементов, которые приходили мне в голову в разное время, я их заказывал разным людям. Есть костюм шотландский, основные компоненты которого были куплены на секонд-хенде или у друзей. Зокрема, дуже часто я знаю в таких костюмах, там древніх, які якби так показують нам якісь там древні часи, використовують дуже коштовні всякі приладдя. Вони можуть дорого коштувати. Чи є у вас там такі унікальні якісь речі в костюмах? Да, у мене є унікальні речі в костюмах, але я предпочитаю не говорити про них. Я предпочитаю не использовать їх на больших мероприятиях, потому что это всегда связано со спешкой, суетой. Це логічно, так. Необходимостью все снимать, перенадевать, разбирать, переразбирать. И обычно такие украшения, они теряются. Поэтому я предпочитаю, чтобы они хранились дома, надевались в какие-то особо торжественные моменты. Но в целом я, наверное, даже не склонен их накапливать.
Для меня приятнее, ну, это как бы вот осознать что-то, чем что-то потом долго иметь. От, до речі, про коштовність. Наскільки дорого бути музикантом, граючи на вулиці? Я скажу, что быть профессиональным музыкантом, с любым профессиональным инструментом в нашем мире довольно дорого. Волынка стоит, ну, хорошая волынка стоит не дешевле, но и не дороже, чем хорошая гитара. Вот без цифр просто провести аналогию, как вот хорошая гитара. Вот да, как хорошая гитара. Если человек занимается профессиональной игрой на гитаре, у него, как правило, есть дорогая гитара с дорогими комплектующими. А если он совсем профессионально занимается, то даже не одна. А звідки ваші волинки? Мої волинки. Я думаю, історія цікава має бути. Історія цих волинок уже такова, що вони заказувались как бы цельно, як інструменти, но впоследствии експлуатації некоторые деталі цих волинок менялись на другі. Тобто щось ламалось, щось изнашивалось, щось замінялось на більш практичне. Поэтому вот в даний момент ні одна з цих волинок не є каким-то таким єдиним первоначально зроблений комплектом. Вот, они заказывались как цельные, но потом что-то менялось. Что-то менялось там? Да. И я хотел бы наостанок запитати про те, що є у вас послідовники, чи багато зараз людей, можливо, молоді, котрі хоче навчитися грати на волинці? Да. Конечно, такие люди есть. Есть люди, которые играют на волынке, которые мне пишут, типа, вот я познакомился там с вашими видео, там, записями, услышал о вас и захотел так же. Другие люди этого не пишут, но совершенно очевидно, они повторяют некоторые шаги, сделанные мною, причем не каждый шаг является разумным. Вот. Так что интерес к волынке есть, он возродился в мировой культуре в конце 90-х годов и продолжает только нарастать и нарастать. Волынщиков становится все больше. Больше и больше. И я считаю, что это хорошо. Волынка возвращается в нормальный музыкальный процесс. И я считаю, что на каком-то новом уровне волынщик уже должен рассчитывать не на то, что его будет воспринимать просто как некий экзотический элемент, а просто как нормального профессионального музыканта, владеющего каким-то нормальным ярким инструментом. До речі, ще один додаточок такий невеликий. Волинка настільки унікальний інструмент, що на ньому можна грати зі зламаною рукою навіть. Це Олексій підтверджує. Ну і хочемо ще поговорити про виступ ваш. Ви сьогодні виступаєте ввечері у Чернігові. Можете запросити усіх чернігівців, у нас тут дуже багато. Да, давайте, что будет вечером, что почуют черниговцы. Сегодня вечером я играю сольную программу в кафе «Блинчики». И в этой сольной программе будут мелодии самых разных эпох и культур. Кельтские мелодии, германские мелодии, скандинавские мелодии. Я сыграю несколько вещей из современной рок-классики, для того, чтобы люди вот оценили волынку в этом контексте. Сыграю несколько мелодий, сочиненных мной. А все это будет как бы, ну, аранжировано и будет звучать как полноценный музыкальный сет. И некоторые вещи я даже спою. О, от давайте зараз від слова до діла. Можете щось наостанок нам зіграти, щоб у нас рано було настільки ж бадьорий, наскільки він вже розпочався. Замечательно. Это будет белорусская мелодия, сыграна на шотландской волынке. Я в Беларуси прикоснулся к богатейшему наследию белорусской волыночной музыки. У меня есть белорусская волынка. К сожалению, всех волынок с собой не привезешь. Я сыграю кое-что из белорусской музыки на шотландской волынке. Такая вот эклектика. Будь ласка. Дякую за те, що прийшли, заграли, зробили наш ранок таким позитивним, бадьорим. Ну, а якщо ви хочете ще більше почути музики на Волинці, то якраз ввечері можете це і зробити і ще раз зустрітися з нашим гостем Олексієм Шкуропадським. Оставайтесь с нами, следите за новостями. Я думаю, это не последнее выступление в Чернигове. Мы сыграли здесь уже с группой раньше, и я думаю, не один раз сыграем вновь.